Здравствуйте. Здравствуйте. Мы находимся в совершенно в легендарнейшем месте. Не побоюсь этого слова. Самый интересный ресторан, если не в мире, то уж точно в России. Наш Пуппенхаус. Этот ресторан был построен в таком любовном порыве, потому что мы его строили от души. Здесь все продумано. Каждая вещица имеет свое место. У нас здесь есть даже театральная площадь, с которой, в общем-то, все начиналось. И на этой театральной площади как раз наш знаменитый театр. Это 18 век. Мы все время ищем, и вот все время у нас что-то новое. У нас даже в туалетах живут куклы. Сантехник крутит болты, а сварщик внизу варит. Он ругает его, потому что, ну как же, не можешь потерпеть, пока я тут, значит, отремонтирую. Наш ресторан единственный за Уралом, который получил золотую пальмовую ветвь. За всю историю пальмовой ветви российские рестораны получали ее 4 раза. Надо дружно взяться просто и сказать себе, что там, где мы живем, это лучшее место в мире. Давайте его сделаем, правда, лучшим. Мы пытаемся это делать. Я Владимир Бурковский, президент Федерации рестораторов и ательеров Сибири, бренд-шеф-ресторатор группы компаний Владимира и Анжелики Бурковских.